Это те самые? Итак, в прошлой части мы узнали, что часы все-таки хранятся в квартире, и все-таки наша благоверная жена нам врет. Часы находятся в вентиляции под аптечкой. И сейчас перво-наперво я, наверное, попробую ей об этом рассказать. Я хочу посмотреть, какая у нее реакция на это будет. Как ты отреагируешь? Не говори мне приветик, я знаю, что ты двуличная мразь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Not now. Okay. Никаких поцелуев. Rude. Расспросить ее о прошлом, расспросить о полицейском, рассказать ей о том, что все повторяется заново. Давайте о прошлом спросим сначала. Злобно спросить, где она спрятала часы, спросить, почему она солгала о своем прошлом. Но здесь все серое, походу, видимо, ничего нового мы не узнаем. Тогда давайте попробуем ей доказать, что все повторяется заново. Доказать ей, что день повторяется. Выбрать что-то в качестве доказательства. Так, сначала глазок. Cop? The cop will be here any minute. You called the cops. No, I didn't call the cops, but he's coming anyway. There's a cop coming. That's your prediction? Yes. Well, if he shows up, I'll believe you. I need you to believe me now, babe. Well, have you got something else? Let's see. Пошли, пошли, я тебе покажу. Я тебе покажу. У нас есть также в качестве доказательства этот конверт. Wait. Саркастичная, да? Но это ненадолго. Выбрать что-то в качестве... Стоп, погоди, чего? Выбрать что-то в качестве доказательства. Подарок. This present. Look, look, it's clearly unopened. But I know there were baby clothes inside. I just bought them today. How could you know? I mean... okay. Okay. I'm impressed. Sorry, okay. I know you need more. И... на добивочку. На добивочку. А я раньше не понимал, почему можно было, типа, открыть аптечку, когда раньше он, типа, если показывает, значит... Окей, 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 окей. Вентиляция. What about the vent? What about it? Yeah, nothing, I guess. Okay, good talk. Let me try something else. Let's see. У него амнезия? У него амнезия, что ли, случилось? Или что? Что за бред? В смысле? You know, сдаться. Great. Он же знает, что там... Или нет, стоп, я их, наверное, не доставал, поэтому... Там же их убийца достал, наверное, поэтому, типа, у меня это не... Хрен его знает, но, короче, в любом случае, мы знаем, что там что-то есть, и я сейчас... Чего? Man, you are just so this was your father's watch. Стоп, погоди. Это те самые. My father-in-law's old И они идут watch. Нормально. My father-in-law's old pocket watch. О-оу. О-оу. Убивца приехал. О, унитаз. Положим их в унитаз, чтобы даже если он нас убьет, их цена в любом случае падает, поскольку они побывали в моем унитазе. Надо было еще сверху нассать на них. Нет. Нет. Закрыто. А, то есть она реально свалила из квартиры? А, кто? А все не... в смысле, стоп. Стоп, как она... А, у нее же ключи. Hold still. Она же моя жена. А я обиделся. Понятно, я здесь не буду даже смотреть, как тебя арестовывают. Все. Что, он меня убить опять вздумал? Ага, на этот раз он идет ей. Идет ей говорить. And there's more. You get accused of killing your father. What? Окей, ну пора бы уже мне поверить, женщина. To tell me the truth. Where is this coming from? I told you, I've already lived this. I'm living the same moment over and over and over. I don't even know where to Она start. Нам поверила? My dad wasn't always the man he wanted to be. After I was born, my mom was really focused on me, and I guess my dad felt... It doesn't matter. He started sleeping with my nanny. It was the start of my mom's spiral.
Nothing was the same after she died. I blamed him. I mean, it was sort of his fault. And I poked at him a lot. We fought. Nobody can hurt you like the ones you love, right? Oh, anyway, God. Hey, I know that this is hard, but please, I need to know. Yeah. Yeah. Christmas Eve, he had caught me trying to sneak out, and I was so mad. I just poked at him and prodded at him, and he hit me. Jesus Christ. Anyway, I saw red, of course, and he always had guns around. I grabbed one, and I shot him, and I just ran. Yes. Made it here то on New это Year's правда. Eve. Ну, как бы не в смысле есть. Polaroid on the fridge was actually taken an hour after I got here. I was gonna turn myself in, but it was a new year. A few weeks later, you showed up and... Well, and things were almost good before it all ended a day. I killed my father. Never thought I'd say that out loud. And now you know. Please. О-о-о, и вот он здесь, как поезд сраный. Стоп! Open up. What now? Ты же знаешь, я же тебе говорил, что это коп, ты куда... Стой. Is that him? Да, это он. So then... Рассказать о полицейском, расспросить об ее прошлом. Ну, типа, мы, получается, все знаем, и как нам эта информация? Мы как бы это и так знали, но у нас есть теперь ее подтверждение. Как нам это поможет? Будет забавно, если сейчас... Ну, точнее, я, скорее всего, это сделаю, если сейчас зайдет убийца, и ему сразу выпалю, типа, а, я знаю, это она убила, а вот часы, они у меня есть, все, давай, пока. Объясни, как полицейский связан с ее отцом. А, я еще это могу сделать. Коп сказал мне, что он был там, when your father bled out. Come on, I guess they were close. You're home. Open the door. Fuck. What do we do? Сказать, что прощаешь ее, спросить, почему она солгала о своем прошлом, сказать ей, что, по словам полицейского, в ее отца стреляли дважды. Куда ты дела часы? Я уже все раскрыл у себя в голове, короче. Wait, he was shot twice. What? The cop guy in the previous loop. You told me your father was shot twice. Sure you only shot him once? I have a warrant. Of course I'm sure. I didn't execute him. I shot him once and then I ran away. Open the door now or I'll kick it down. I can't prove it, but I only shot him once. I swear. Окей. Становится интересно, почему ты пыталась продать часы? Why'd you try to sell the watch? We needed the money for that. I'm pregnant. I know. I'm sorry. I know. Ah, no. Of course you did. Jesus. I can't do this. I gotta go. Тебе пора, да? Ну, ей нам тоже пора. Давайте тогда сейчас сразу перейдем к делу. Спросите бандрижки отца, сказать ей, что знаешь о том, что она прячет вентиляции, и спросите ее няня. So, your father's affair. What happened? What affair? I don't know about any affair. But thank you for that mental picture. Your nanny. What do you remember about her? My nanny? I was two when she left. I don't remember anything about her. Настаивать на том, чтобы поговорить о няне. Но я не думаю, что она нам что-то расскажет, если мы вот так давить будем. Мне кажется, тут в любом случае надо сначала ей доказать, что мы это все проживаем не в первый раз. Сказать ей, что знаешь о том, что она прячет вентиляцию. What? A man told me you killed your father. A man told you... What the fuck? I don't even know how to say this, but look, I'm living the same few minutes over and over and over. What? Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think. But you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I... What? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look, I couldn't...
I didn't know how to tell you. Please, talk to me. Окей. So then... Вообще, ладно, тогда это, значит, работает. Мы можем так скипать немного времени, рассказать ей о полицейском. And in the next few minutes, the cop is going to be at the door. He's how you found out about my dad? Yes. Просите ее не открывать дверь. Just don't open the door. Okay. Ну там типа скажи ей вооружиться, я не знаю. Почему нет-то? Рассказать ей, расспросить ее о прошлом. Куда ты делала часы, почему ты пыталась продать часы, расспросить ее о подробностях убийства отца, спросить, почему она солгала о своем прошлом, сказать, что прощаешь ее. Ну, давайте попробуем сказать, что мы прощаем ее. I don't care. It doesn't matter. I forgave everything, all of it. All that matters is that we have each other. That's it. Yeah. Wouldn't that be nice? But you won't forget this. Neither of us will. Тоже верно. Like this just don't get forgiven. Спросить, почему она солгала о своем прошлом. Ну вот, в принципе, тебе и ответ. Расспросить ее о подробностях убийства отца. Я не помню, мы это спрашивали или нет. Could you tell me again what happened that night? I don't want to do this. Please not do this. Please, babe. I need to know. You need to know. It was Christmas Eve. He caught me trying to sneak. I was mad. I don't know. I went at him. I'd never seen it, but my dad had a rough side and I was pushing. Baby, I am so sorry. I'd never been hit before. It was a shock. I don't remember grabbing the gun. He always had guns around. I shot him. I grabbed the watch and ran. I murdered my father. So there you go. Hey. You needed to know. Now you... And I'm still here. Yeah. Окей, ну это нам немного дало информации на самом деле. То есть получается, часы я не могу отдать этому деду, да? Мне кажется, это в принципе... То есть часы должны сохраниться. Если он забирает часы, то, возможно, наша вот эта временная петля типа порвется. И все, и мы там умрем навсегда или что-то типа того. Окей. А что тогда делать? I'm sorry. I can't be here right now. Нет, 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 куда она пошла? Куда она пошла? Твою ж мать! О-о-о. Короче, у меня есть часы. Мне интересно, что будет, если я ему, если я ему их покажу. Is this the watch you're looking for? Fuck off! Чего? All right, listen up. Какого ха... А? Окей, ладно. Да, это те цели, ради которых я вас обоих убил, я не хочу о них разговаривать, мне это неинтересно. What do you know about the nanny? Who? The nanny, the old man had the affair with. What do you know about her? Why do you care about the nanny? It was years ago. Спросить его о болезни дочери, спросить об обвинении в убийстве. What are we being accused of exactly? Мы это и так знаем. Eight years ago, she murdered her father in cold blood. Как убили ее отца? Моей жены там не было, когда старик умер. Как убили ее отца? Окей, вот здесь новые варианты появились, оказывается. She shot him Christmas Eve eight years ago. Didn't kill him though. Then on New Year's Eve she came back and finished the job. Two shots, close range, heartless. What? Wait, what? No, 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 that's not true. She told me she ran away on Christmas Eve. But by New Year's, on New Year's she was here. She was hundreds of miles away when he was killed. She was. Prove it. She's a murderer. Murderers lie. Фотография, которую я вырезал из прошлого видоса. На холодильнике, короче, висит фотография. И там как раз она мне что-то рассказывала, что это было 8 лет назад. Окей, 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 окей. Прекратите разговор. I'm bleeding, please. Подожди, еще пару минут не умирай, пожалуйста. У нас тут почти есть какой-то прорыв. Фотография. I've heard bad. Please. Ну ты там поторопись хотя бы, я не знаю, не такой вальяжной походкой ходи по квартире. Хотя ему торопиться Look at некуда, this picture. В принципе, да. Look at this picture. What about it? Look at the date. December 31st. That's the day she murdered him. No, no, that is the day he was murdered, but she was hundreds of miles away. I don't understand. No shit, it wasn't her. She didn't kill him. Кто мог убить ее отца? So, who could have killed her father?
I don't know. Everything points to her. Окей, ладно, может, ему стяжкой ногу перевязать? Может быть, ну да, у него, наверное, не такая тонкая нога. Кстати, цветок до сих пор растет. Я не знаю, может, попробовать его сломать еще раз? Рядом с дедом. Чтобы это было последнее, что он увидел, насилие над растениями. You're a monster. Ему реально это не понравилось? Окей. А если я при нем полью еще? Тогда я заглажу вину свою перед дедом. В принципе, можно попробовать его не ранить и как-то ему рассказать это все, то, что мы ему сейчас рассказали. А если я застрелюсь перед ним? Как он на это отреагирует? Shit. О, на этот раз нормально получилось. Типа без всяких мучений. Hello? Hey, your dad says that my wife murdered her father. Can you help? Please, he is gonna hurt her. What are you talking about? Why would you say that? Сказать, что жена ни в чем не виновата. Listen, my wife is innocent, but your daddy, he won't listen to us. I don't know what you're talking. He doesn't have the whole story. No, why would... Please, he's making a big mistake. You can help him. I mean... Fine. Okay. Чего? I'll call him. Стоп, чё? Это сработало? Nice! Окей. Thunder. I wasn't expecting a storm tonight. Это мысли у меня в голове. Сейчас, короче, наливаем воду, ее отравляем, в смысле, усыпляем, потом он приходит, его бьет током, он падает, мы его связываем, мы ему ничего не стреляем в него, начинаем с ней разговаривать, и может быть тогда у нас откроются новые ветки диалогов, и надо украсть еще одну кружку, чтобы она сама себе не налила воду, и нож тоже заберу на всякий случай, потому что мало ли, может, у нее будет приступ насилия. Here's this. I'm not thirsty anymore, but thanks. Из-за того, что ты сраной водички попила, все пошло на смарку. Как мне ее еще вырубить? Может, ее. Окочурилась. О, это она! Это она ему звонит! Hey, Bumblebee. What's up? What? What do you... Honey, I think you got prank called. What the... Did they threaten you? Listen to what? Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of this. Окей, наверное, тогда лучше будет открыть дверь. Чтобы ему не пришлось ее выбивать, потому что он тогда, может быть, агрессивно будет настроен. Выглядит как очень тупой мем. Окей. Ой, не то. Okay, let's talk. Ooh. Get on the ground. Please, don't move. Чё? Не так обычно люди разговаривают. Мы могли бы на диван присесть, я бы нам пирожные вытащил. В следующий раз пирожные нам вытащу. Ой, а то, что я жену убил, наверное, это не поможет. What the? А света нет. Sorry. What the hell is this? You fucking called my daughter. I'm giving you one chance to get out of this alive. There's a watch. Old, fancy. Tell me where it is. Я знаю, где часы, спросить его о болезни дочери, сказать ему, что она Listen невиновна. To me. She's innocent. She wasn't even there. I don't want to hear it. I'll prove it. Where's the watch? Спросить, настаивать на том, что I'm она невиновна. I'm telling you, she's innocent. All right, that's enough. I'm out of patience. Окей, это не работает. Что ты серьёзно? Ты серьёзно? Oh, you little shit. Just made the biggest mistake of your life. Listen. Сказать о своей невиновности, сказать ему, что она невиновна. She didn't kill him. She wasn't there. You fucking moron. No, I'm serious. Prove it. Фотография. Настаивать, что она невиновна. Прекратить разговор. One. Фотограф...
Ё-моё, я фотографию не взял. Нет, 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 плиз, мужик. А, если я сейчас уйду за фотографией, он же встанет. Твою мать. Нет, я не хочу заново это все делать. Плиз. Лежи, лежи, мужик, 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 мужик. Да твою же мать. Нет, эй. О, нет, я сам случайно выпил таблетки. А у меня есть еще. То есть, по идее, я могу и себя, и ее усыпить. Он зайдет, а мы будем спать мирно, и он нас не добудется. В принципе, да, как вариант, окей. Так. Открой. Ага. Держи кружку с таблетками, дорогая. Все для тебя. О, да, thanks. Ее не смущает, что я вышел с этой кружкой из туалета и предложил ей попить? Для меня это выглядело бы очень странно и... Таблетки подействовали. Окей, ну вы это просто перезапускаете. Ладно. Окей, не работает. Окей, на этот раз я попробую забрать у него все предметы, но я не буду его связывать, короче. Я все его предметы спрячу. Если так можно сделать. Может, для этого, кстати, вентиляции и нужны, типа, в них засунуть предметы. Но пистолет, как минимум, я точно кину в унитаз. Вообще, может, я все сразу смогу в унитаз кинуть. Ты серьезно? Ну, если что, дед, я в кресле сижу, ты меня не трогай. Я, типа, абсолютно спокоен. Все, давай, просыпайся. С добрым утром, дедушка. Эй! В этот раз для разнообразия я решил оставить дверь открытой. Мне интересно. А, ну он как-то и не отреагировал на это никак совершенно. Ладно. Я тут стараюсь для него, а он так вот даже никакой фразы мне не скажет, да? Ясно. Ну, в любом случае, надо его, получается, связывать. Потому что иначе он слишком агрессивный дед. Может, ему оставить пистолет, типа, чтобы он себя чувствовал в безопасности, я не знаю. Давайте свяжем ему руки. И все остальные вещи обратно положим. Даже стяжку ему оставим. Окей. Пистолет. Ой. Место перетащить. Я могу? Я могу. Найс. Так, нож, стяжка и телефон. Ой. Окей. Ладно, телефон не успел вернуть ему. Listen. Сказать о своей невиновности. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this. I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me, and we can keep you out of this. Ладно, я сделаю, как ты скажешь. Это же настолько тупо. Он ведь точно нас убьет. Okay, I will do whatever you я want. Я еще так не пробовал. I'm gonna get up slowly. Don't do anything stupid. Fuck. Он достанет пистолет. Я ничего не делаю. Только попиваю чай. You took my things. Shouldn't have done that. Я не успел тебе телефон сраный вернуть, тупой ты лысый. Дед не дотрогай, забираем одну стяжку, используем ее, и все, и больше ничего не трогаем. Надеюсь, на этот раз он на нас не обидится. Причем, кстати, что странно, жена каждый раз в разных положениях засыпает. И, казалось бы, я все делаю одинаково, но ложится она по-разному. Иногда она наоборот ложится, иногда она как-то... Вроде еще третий вариант какой-то есть. Я слишком много информации знаю про эту игру, мне кажется, это... Окей, я готов кооперировать с тобой, дед, пожалуйста, не надо агрессивничать. Listen. Я не виновен. I'm sorry that I cuffed you, but I'm innocent. I just found out about all of this.
I don't have anything to do with it. All her fault. So, let me go. Please. Listen, I get it. This is a lot. I can help you. Just work with me. And we can keep you out okay. of this. Окей, мы сделаем, как он скажет. Если он меня после этого убьет, я следующий сейф весь прошу только ради того, чтобы его застрелить. Лиз. Лиз. You know where the watch is? All I'm here for. Я знаю, где они, я не понимаю, о чем вы говорите. Ах, твою же ж мать. Ну я типа знаю, где они, но он же сейчас будет. Он же меня убьет сейчас сразу. А, да, я знаю, где они. Yeah. We'll give you the watch. Listen carefully. I need a few minutes in the bedroom with her. Alone. Go sit on the couch and stay there until I come back. Try anything clever again and I'll kill you. Погоди, чё? Get out. Оп, сори, не с той стороны. Я надеюсь, это не то, о чем я подумал. Погоди. Он ее застрелил? I need a phone. Where's your phone? Дать ему телефон, сказать, что телефона нет. Here. Here's what's going to happen. Okay. I'm going to dial 911. You're going to tell them you just got home and that your wife is dead. It looks like she committed suicide. She shot herself in the head. I don't go off topic. And don't talk about anything else. Clear? I'm clear. Emergency services. Рассказать ему о полицейском, рассказать, что день повторяется, рассказать, что жена совершила самоубийство? Я как бы, с одной стороны, мне очень не нравится, что сейчас происходит, но просто ради того, чтобы узнать, что будет дальше, я готов гнуть эту линию. Но я надеюсь, это не одна из концовок. I'm a wife. Sir? She shot herself. Sending an ambulance right now. Is she still breathing? I just got home from work and... Sir, I can talk you through emergency first aid. No, she's dead. All right. A unit will be there in 15 minutes. Stay where you are. You fucked up your life, man. You're lucky. You get a second chance. Do better next time. Не все, да? Мы разорвали петлю. Часы типа вышли за пределы квартиры. Мне кажется, это дерьмовая концовка. А, нет? Окей. All for nothing. Окей. Трус? Меня обзывает игра. Мне было интересно, что случится. Окей. Сказать ей, что фотография доказывает, что она не убивала отца. Этого же не было здесь раньше. Я же эту фотографию сколько... Я ненавижу эту игру. When you shot him, he survived. No, that can't be. I saw him. He was bleeding. Babe, he didn't die. He was gonna recover. Then somebody else came in and killed him on New Year's. Somebody else? But it wasn't you. You weren't there. The Polaroid on the fridge, that proves it. All this time. He was close to your father, and when your dad died, it really hit him hard. Yeah. I need to sit down. Окей. И что теперь делать? Я возьму на всякий случай фотографию. Что мы можем сделать теперь? По сути-то ничего не поменялось. Может, она может еще что-то рассказать? Спросить об интриге. В натуре! Спросить, почему она солгала о своем прошлом. Это понятно, кто убил твоего отца. Спросить об интрижке ее отца. Спросить о ее няне. А, ну, если бы она знала,
Откуда ей знать, кто убил ее отца? Она только что думала, что она это сделала. Спросите об интрижке. God, I hate talking about this. I don't know. My dad loved my mom. But I guess having me made things tough on the marriage. And my nanny was right there. He wasn't always as good a man as he wanted to be. Новый саундтрек. Спросить, почему она солгала о своем прошлом, кто убил твоего отца, спросить, как ее мать узнала о романе. How'd your mom find out about the affair? Dad knocked up the nanny, and she wanted to keep it, so... Tough to keep that secret. There were complications. Poor woman died in childbirth. My dad, God, he wanted to adopt the kid, but he could not do that to my mom. What did your mom say? Nothing. She just got sick. She hated him so much by the end. What did he do? Nothing. He didn't do fucking anything. Denied it until the day she died. Спросите о ребенке, кто убил твоего отца, спросите о няне. Давайте спросим о ребенке. Так это он, наверное? Или нет? Или что? I overheard stuff about my dad wanting to adopt him, but no way my mom would have it. She hated the idea of that kid so much. Спросите ее о том, где сейчас может быть брат. I have no idea. Sometimes I wonder if he was even real. My mom was so out of it. And I mean, if this kid did exist, I'm sure my dad would have tried to find him after my mom died. Спросите о няне. What do you remember about her? My nanny? I was like 2 years old when she left. Окей, я смотрю, она ничего про нее не помнит. Кто убил твоего отца? Who could have killed him? I mean, with his work, he had a lot of enemies. It's not like he was always the easiest guy to deal with. I mean, I don't know. I never even imagined. Окей, ясно. Здесь она ничего не знает. Другие темы. Пригласить ее на танец. Рассказать о полицейском. Давай подождем, пока он придет. Это что-то новенькое, кстати, раньше этого не было. Вряд ли он все равно захочет с нами разговаривать. Типа, он никогда не пытается со мной говорить. Поэтому я не знаю, как его заставить. Вообще, я могу попробовать ее усыпить. Let's talk later. Okay, we'll tell him the truth. А, да? Окей. Окей, давай попробуем. Хорошо, тогда давай попробуем так. А потом уже я тебя, когда это не получится, я тебя усыплю и в него выстрелю, и мы будем его допрашивать уже немного... По-другому. Краски сгущаются. Окей, открываем двери. Is... Police! I have a warrant for your arrest. On the ground, now! Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill anyone. Look, I can... No excuse. Фотография. This picture. Say another word, I'm gonna cave your head in. Окей, ладно. No excuses. You have to listen to me. No, I do not. Only people I have to listen to are my daughter and my mother. And my mother's dead. Now shut up. That's enough. Hold still. То есть, наверное, это вся информация, которую мы могли узнать. Что его жена мертва. Ой, жена, мать, его мать мертва. Теперь мы должны, наверное, его допрашивать. И там что-то может еще новое вскроется, но в любом случае это уже в другой жизни. Прощай, прошлый я. Окей, на этот раз я попробую поговорить с женой. Мы подождем, пока придет убийца, и я не буду брать фотографию с холодильника, может быть, тогда он, типа, поверит мне, потому что я не могу ему ее дать, когда мы... когда он нас арестовывает, он меня не слушает. Поэтому, может, хоть так получится. Окей, я еще позвонил, короче, его дочери. Может, это теперь сработает. Так, он получил звонок. Окей. Фотография на холодильнике. Может быть, сработает. Есть небольшой шанс. Я уже потерял любую надежду
Did they threaten you? Но шанс все-таки есть. Давайте за ним поподглядываем. Oh, okay, I'll listen to him, but honey... Yeah, don't worry, Bumblebee. I'll take care of you. Love you more. Привет! Добро пожаловать в гости! Давно тебя не видели, очень заждались. Get on the ground, please. Wait, stop. I have something you need to see. What did you say? I didn't kill my father. Так. I have proof. Так. There's a picture of me the day he died. I так. Was hundreds of miles away. Так. Show me. On the fridge. Please, look. Don't move. О, работает, ё-моё, вы бы знали. Как? Listen, I know my father was important to you. I miss him too. But I always thought you weren't there. I wasn't there. But then... I don't know. But it wasn't me. I'm sorry. I really am. My daughter, she's all I care about. She's dying. Cancer. And the insurance won't. I can't pay for the treatment. That watch, though, it could cover it all. Как жаль, что у нас их нет. Блин, а были бы они у нас. If you told her what I was really here for, she'd never talk to me again. I'm going now. Wait, just a second. Окей, она решила побыть хорошим человеком. Стопай. Все слишком гладко. Here. Take the watch. You need it more than I do. She does. I'm pretty good at finding people, obviously. I'll find out who killed your father. Thank you. Actually, there's one thing that might help. What? When I found him, he lost a lot of blood. I tried to stop the bleeding, but... Anyway, he was saying something. What was he saying? Just the word monster, over and over. I always wondered what it meant. It's my brother. Oh my God. You have a brother. My mom was right. She was right all along. When my father and my nanny were having their affair, there was a baby, a boy. A baby? I knew about the affair, but he never mentioned a child. My mother hated him for it, hated the kid too, always yelling at my dad about the monster. That's him. I didn't know. I'm sorry. But I'll find him. For you and for him. Thank you. Wow. Это сработало? So is it over? I think it is. Yeah. Now we can go find your brother and move forward. Yeah. Yeah, wow. Кто-то должен кого-то выстрелить. I never thought I'd be able to tell anyone what happened. I thought I'd have to hold that forever. But you listened. And you're still here. I told you. I'm not going anywhere. Man. I really, really love you. Really. Really. I really love you. Uh-oh. I don't know. I just don't know. Да, братан. Я тоже. Что ж, я и так здесь сижу уже 3 часа, разгадываю эти сраные пазлы и записываю я это в тот же день, когда мне надо выкладывать видос, поэтому если он задержался, то вы знаете почему. Потому что игра очень сильно не хотела мне показывать, что я должен делать. А так, надеюсь, вам нравится. Спасибо за просмотр, спасибо, что ставите лайки. И отдельное спасибо за то, что пишете комментарии о том, что как вы ждете следующий эпизод или все такое. Это для меня самая лучшая мотивация, на самом деле, снимать такие продолжения каждый день, пытаться их делать. Поэтому спасибо. Увидимся в следующем видосе, который будет завтра. И, возможно, он будет, кстати, заключительным. Поэтому спасибо за просмотр. И, как обычно, покедова!